Государственная налоговая служба с начала года изъяла из нелегального оборота 262 327 бутылок алкогольной продукции на общую сумму 51 111 900 сумов без разрешительных документов лицензии с признаками подделки и несоответствия акцизных марок. Кроме того, из нелегального оборота изъято 148 692 пачки табачной продукции без акцизных марок на общую сумму 10,5 миллионов сумов. По результатам проведенных 189 проверок субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по производству, хранению и реализации алкогольной продукции, выявлены 182 факта нарушения налогового законодательства. В результате наложены штрафы на 1 миллион 356 тысяч сумов, из которых в бюджет взысканы 1 281 тысячи сумов. Также с начала года 658 субъектам предпринимательства выданы лицензии на производство и оборот алкогольной продукции. При этом сборы за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции составили 20 миллионов 480 тысяч сумов.